В этом доме мы снимали комнату с 1978 года по 1981. Вообще Переделкино очень с нашей семьей связано, и для меня это одно из любимейших мест. И отсюда Саша ушел и не вернулся, то есть ушел из этой жизни. И стихи Саши связаны именно с Переделкой. Завещание. Ах ты, милочка моя, не печалься, Лидка, вот могилочка моя, синяя калитка, от росы сверкает крест, лавочка от Волглы, пусть я тут один, как перст, буду долго-долго. Личность Александра Тихомирова относится к тем, чей свет озаряет всех, кто с ним соприкасался, как с человеком и как с поэтом. И хотя прошло 26 лет со времени его трагической гибели, свет этот не гаснет в памяти людской. В 1972 году Александр Тихомиров поехал рабочим в археологическую экспедицию в Молдавию. В то время он был уже 30-летним состоявшимся поэтом. Однако необходимо было зарабатывать на жизнь и кормить семью. И там произошла интересная встреча. В экспедиционной машине он оказался напротив незнакомого мужчины с маленьким ребенком. По дороге им встретилась большая отара овец с пастухом. «Что делает этот человек?» – спросил ребенок у отца. «Это пастух. Он пасет овец, охраняет их. Это такая работа – пасти овец. Странная какая-то работа», – сказал мальчик. «Почему?» «Очень хорошая работа», – ответил ему папа. Вечером Александр подошел к отцу ребенка. «Как интересно вы ответили сыну», – сказал он ему. Поэт ответил бы своему сыну так же. Но его 6-летний Митя остался в Москве вместе с мамой. Впервые они расстались надолго, на несколько недель. Отец сильно скучал по своему мальчику и потому начал разговаривать с сыном в письмах. Митя уже научился читать и мог сам прочесть письмо, написанное печатными буквами. Здесь теперь уже холодные ночи, а днем пока жарко. Ездим мы на машине «Газик», вот таком. Мы раскапываем древний город, попадается много черепков от разбитых горшков. Потом из них можно склеить целый горшок. Иногда попадаются застежки для плаща. Такая застежка называется фибула. Правда, она похожа на кривой лук, который мы сделали на даче? Александр Тихомиров всегда очень дружил с сыном. Много времени проводил с ним, играл, читал вслух, разговаривал. Еще до отъезда в археологическую экспедицию он посвятил сыну такие стихи. «Мальчик, сын, белокурый и нервный, одуванчик на тонком стебле. Что поделать, сынок, ты не первый страстотерпец на этой земле. Хочешь, мы поплывем на банжуре, на оранжевом нашем плоту. И не бойся, все будет в ажуре, средь черемухи в полном цвету. Станешь взрослым, и память о поле, о речушке в цветочной пыли тебя, может, избавит от боли самых жестких законов земли. Поплывем, ведь не мне это надо, я-то, сын мой, и так проживу, помня яблоки дикого сада, старый лес и густую траву». В этом стихотворении упоминается банжур. Банжур – это такой оранжевый спасательный плот СП-12, который родители как-то купили по случаю у кого-то, в рассрочку. Но, и мы на нем пару раз плавали, но потом они не смогли за него расплатиться, и банжур этот пришлось вернуть. Папа назвал его банжур, то есть по-французски «добрый день». Он написал это название белой краской, крупно, на этом самом банжуре. А банжур этот в виде палатки, в виде такого купола. Этот плот был по реке, и надпись всем говорила «добрый день». И надули этот плот на берегу речки, забрались все туда, лил дождик. И мы решили, что мы будем плыть всю ночь, нас куда-нибудь прибьет течением, а мы будем спать. Я заснул под шум дождя. Потом утром проснулись, отдраили эти двери, и выяснилось, что никуда мы далеко не уплыли, потому что плот прибило в камыши, где-то возле того места, где мы отправились. И так мы всю ночь там и простояли. Поэт Александр Тихомиров родился в Москве, на Арбате, в 1941 году.
Окончив школу, успел сменить несколько профессий, пока в 62-м не встретился с начинающей писательницей Лидией Медведниковой. Я закончила литературный институт. Диплом мой, сборник рассказов «Шуга», был на отлично принят. И меня наградили бесплатной путевкой в Дом творчества в Гагры. А перед этим я всю зиму добивалась, чтобы меня взяли на зимовку в Андерму. Женщин туда не брали. И добилась того. Я должна была поехать после этого на эту самую зимовку. Но перед тем, как поехать, я поехала в гости к Ольге Сергеевне Неклюдовой, с которой познакомилась в Гаграх. Она снимала дачу рядом с Переделкиным в Мичуринце. И там я встретила его, ее сына Сережу и двух друзей, Митю и Сашу. И вот что удивительно, мы вместе потом ехали в Москву, и в электричке он уже мне сказал, что хочет на мне жениться. Это было так странно, я решила, что это такая шутка, что так вообще не бывает. Но на второй день он приехал в общежитие с самыми твердыми, так сказать, намерениями, был очень настойчив. И мы пошли в ЗАГС, и я никуда не уехала, ни в кою Амдерму, хотя целую зиму добивалась, чтобы меня туда взяли. Сам Александр Тихомиров так рассказывал о том, как он начал писать стихи. Однажды в школе на перемене я разговорился с одним мальчиком, Сережей Неклюдовым. И оказалось, что о литературе можно говорить долго и интересно. Я завел тетрадку, нарисовал на ней луну, сердце, пронзенное стрелой, и стал вписывать в день по стихотворению. Только потом я понял, что так стихи писать нельзя, что поэзия – это опыт души. Когда мы с ним вместе стали, так сказать, постигать русскую литературу и русскую поэзию, я чуть вперед, тут я оказался для него источником, так сказать, каких-то знаний и первых впечатлений, это составило в каком-то смысле наш общий мир. Почти сразу же он начал пытаться писать. Ну, детские первые опыты были смешными, детскими, и сопровождались его удивлением о том, что это получается. Я за свою некороткую жизнь перевидал довольно много людей и людей литературной профессии. Я, пожалуй, почти не видел людей, в которых творческое призвание, призвание к определенной именно поэтической профессии было столь очевидным, безусловным и не имело никаких альтернатив. Из всех студентов Литинститута, которые когда-либо в нем учились, Саша был самым адекватным студентом Литинститута. Может быть, Литинститут был создан только для него. Да, слава Богу, я еще не помер. Еще в видениях я вижу светлый рай. Автомобиля ярко-желтый номер. Заехал в глушь, заехал в тишь, в сарай. Весенними большими вечерами наш переулок светится во мгле. Сиянием солнца, ясными дождями, навеки приколоченной к земле. Это самое раннее впечатление мое от папиных стихов. Это первое стихотворение, которое я помню. То есть я помню свое детское ощущение от этих стихов. То есть ощущение радости от Марьиной рощи, где мы тогда жили. И вообще от всей этой картинки. Такое волшебное состояние. Когда это вроде бы и город, но все равно он какой-то не небесный, волшебный. И там действительно было много зелени в Марьиной роще. Тогда и много деревянных домов там еще было. И я вижу четко этот желтый яркий автомобиль в деревянном сарае и растущие перед ним лопухи. В то время редкие публикации приносили начинающему автору ничтожные гонорары. Александр Тихомиров пошел работать в издательство редактором. Однако долго существовать в подобной структуре он не смог. Из дневника. В издательстве еженедельно проводились политзанятия, на которых сотрудники по очереди делали доклады о правильных и своевременных решениях очередного партсъезда. Когда директор издательства оглядывал из-под лобья присутствующих, выбирая очередную жертву, я внутренне сжимался, но как-то взгляд руководителя остановился на мне. Тут же я пошел к заведующей редакции и подал заявление об уходе. Кем только не работал поэт. Рабочим, сторожем, слесарем. Приходилось уезжать на стройку, к примеру, в Норильск. Но это никогда не унижало его. Даже тогда, когда после выхода первой книги стихов «Зимние каникулы» он стал членом Союза писателей. Приходилось рецензировать самотек рукописи в издательстве «Молодая гвардия». А потом, когда его узнали как поэта, много ездить по стране с выступлениями. Людям нравился высокий красивый поэт. Нравились его стихи. Мы как бы составляли с ним маленькую бригаду. Поэт-прозаик. Я прозаик, он поэт.
Я помню, как мы выступали в одном тюрьман, в общем, лагерь, где на поселении, что ли, или это ЛТП был какой-то, так сказать, лечили принудительно. Вот. И он там читал стихи и поэму свою, прекрасная Левтина, он называл ее кормилицей. И заключенные попросили его подарить ему эту книжку, им. Но так как у нас было выступлений еще много, и книга была одна, то Саша не смог подарить и объяснил ребятам. Но когда мы вышли за пределы этого лагеря, книги не оказалось, хотя он шел с ней в руке. Когда они ее сумели взять у нее, это неизвестно. Но он обрадовался, он даже, так сказать, не огорчился, потому что, значит, они очень хотели взять, хотели иметь эту книгу. Когда я учился во втором классе, то папа написал мне стихотворение «Собачки» для того, чтобы мне проще было выучить таблицу умножения. Он хотел, кажется, написать всю таблицу умножения, но ограничилась только цифрой 4 и цифрой 8. Цифра 4 звучит следующим образом. Цифру 4 умножим на 2. 8 собачек примчатся сюда. Цифру 4 умножим на 3. Стало 12 собачек, смотри. Цифру 4 умножь на 4. Стало 16 собачек в квартире. Цифру 4 умножим на 5. 20 собачек здесь будет гулять. Цифру 4 умножим на 6. 24 собачки. Мы здесь. Цифру 4 умножим на 7. Прыг 28 собак на постель. Цифру 4 умножим на 8. Всех 32 мы с постели попросим. Цифру 4 умножим на 9, собак 36. Разрешаю проверить. Папа любил природу и деревню. И, в общем, я надеюсь, что мне это немножко передалось. И, к счастью, во всей семье это у нас так. На природе нам всегда всем хорошо. И есть стихи про деревню, которые папа мне посвятил, потому что мне эти стихи очень нравились. Хотя написаны они еще до моего рождения. Я распахиваю ворот, снова счастье полоса. До свидания, шумный город, и за стенкой голоса. Наша дальняя дорога пролетела словно сон. И устал совсем немного, и деревней потрясен. Здесь и близко, без привычки, не услышишь голосов, только грохот электрички по окраинам лесов. Да от мельничного стука мчит неведомо куда наша кошка, словно щука, полосата и худа. В середине 70-х Александр Тихомиров уже работал на реставрации храма в селе Ермолине. Этому моменту своей жизни он посвятил цикл стихотворений «Ермолинские купола». Он был рад такой работе, был счастлив и горд, что ему доверили роспись фрески под самым куполом. Даже странно, жил как Цербер, только выпрыгнул из свор. Восстанавливаю церковь, сердце, родину, простор. Ну, конечно, тут работы, силы мало, так гори. От субботы до субботы, от зари до зари. Кто-то бродит, отвлекая, бес, а может и не бес. Красота кругом такая. Травы чуть не до небес, и подсолнечная сила, желтолица и горда, монастырь наш окружила, как монгольская орда. Когда мне уже было лет 10 или 12, меня папа с мамой начали уговаривать креститься. А я тогда отказывался не потому, что я почему-либо не хотел, но просто я уже учился в школе. Это казалось как-то неудобным. Неудобным, неловким, стыдным, вроде ты не такой, как все. И из-за этого я отказывался. И так я и проотказывался до 14 лет, пока папа не погиб. Поскольку папа для меня всегда был главным духовным авторитетом, я понимал, что если папа этого хочет, то это не случайно. И я еще не совсем знал, для чего это нужно, но я просто доверился папе. Если папа этого хотел, значит, это зачем-то нужно. И мы выбрали храм, который папа реставрировал в селе Ермолино, и крестили меня там. Thank you.
Папа однажды мне сказал, что я его лучший друг. И я очень этому обрадовался, потому что я папу всегда тоже ощущал именно лучшим другом. И с ним мне было лучше всех. Как раз в школе у меня не очень заладилось, во второй школе, когда мы сюда переехали, и дом был для меня отдушиной, потому что в школе у меня близких друзей так и не появилось. Я приходил домой, и дома было хорошо. Был еще такой момент, о котором рассказывал кто-то из папиных друзей-поэтов. Он рассказывал мне, что как-то тоже в какой-то компании, и вообще часто папа как-то очень нежно обо мне говорил, что вот там у меня вот Митя. А ему говорили, да ладно ты, Санька, вот у меня там Верка, у тебя там Дениска, вот у тебя там вот Митька. Нет, говорю, папа, вот у меня тут Митя. Раскрылся под окнами сад, и в комнате мраз потемнело, и тени на стенах висят, но только еще не умело. Не нужно теперь занавесок, все легче, без лишней тщеты, и это весомый довесок к черняшке моей нищеты. Сын, стаяли наши снега, двум дядькам не втиснуться в кресло. Ты вырос, мой мальчик, ага, но это лишь нам интересно. Не знаю, что будешь иметь, резвишься пока на полянке, а в курточке бухает медь, как и в марше прощания славянки. Папа смотрел телевизор, сидел в кресле. И я хотел по привычке сесть с ним рядом в кресло, а не получилось. То есть мы вдвоем в одном кресле не поместились. Мне было тогда почти 14 лет. Живите будто заново, все начинайте снова. У порога как тревога. Папину пайму «Зимние каникулы» я узнал впервые, когда мне уже было лет 12-13. Мы уже жили на этой квартире. Почему-то папа мне до этого не читал этих стихов. А потом он сказал, да, вот есть у меня такая поэма, которая мне не нравится, она рассыпается на куски, она юношеская, все такое, и дал мне ее почитать. А мне эта поэма очень понравилась. И когда папа погиб, мы жили за городом, мои зимние каникулы, и я каждый день ходил кататься на лыжах, я летел по лыжне среди елок, и постоянно во мне звучали эти стихи. И я вдруг понял, что эта поэма просится в фильм, что она требует от меня, чтобы я помог ей сделаться фильмом. Вот именно так и никак иначе. И, собственно говоря, ради того, чтобы сделать фильм «Зимние каникулы», я и начал двигаться к тому, чтобы стать режиссером. То есть до этого мне хотелось снимать кино, но это желание не было еще достаточно четко осознанно. Я не очень хорошо знал, что я буду снимать. А когда я понял, что я должен снять фильм «Зимние каникулы», собственно говоря, вот я и стал двигаться в эту сторону. И недавно получилось наконец-то снять фильм «Зимние каникулы» по папиной поэме. Ребят, снег отрекивайте, веник у дверей. Танюш, встречай гостей! Привет! Спасибо, спасибо! Замерзли совсем. Танюшка, как заказывала? Апельсины! Здорово! Ну, проходите, здравствуйте! Здравствуй, Таня! Привет! Танюш, очень хочу тебя познакомить. Мой товарищ Вадим, однокурсник. Таня, Вадим. Очень приятно. Очень приятно, Таня. Поздравляю. Спасибо. Вот. Не стойте на холоде, проходите в дом. Да, пойдемте в дом. Герои фильма «Зимние каникулы», они спорят и говорят о многом, но не говорят, ни разу не упоминают Бога. То есть Бог не входит в круг их понятий. Это люди другого поколения, но при этом они близки Богу, сами того не осознавая. И то ощущение счастья, которое и есть в поэме, как раз и есть вот эта близость Бога. Вот несколько строчек из поэмы, которые как раз об этом говорят. «Но чай поспел, и вот мы снова дружим, сухую воблу делим пополам, прихлебываем из железных кружек, тихонечко читаем по углам. С каким восторгом глупости пороли, с улыбкой вспоминаю до сих пор. Все было хорошо, и лес, и поле, и даже болтовня, не просто вздор. Ведь были в чем-то и правы отчасти. Была метель, как облако, бела. Не покидала ощущение счастья. И значит, рядом истина была». Шло время, и стихи Александра Тихомирова также менялись. Пришла пора зрелого восприятия жизни. Поэт все чаще думает о духовном в человеке, о его истоках. Очень было тяжело, а особо поначалу. Под бревном его качало, вбок от тяжести вело. Будто невдомек отцу, нагружал, что было мочи. Отче, ничего, поплотче подгоняй венец к венцу. Всяко может приключиться, не сегодня, так потом. Пусть же ведает ключица, как ей будет под крестом.
Шуткам плотницкого вкуса воплощаться не впервой. Крест был из сырого бруса, брус был бросовый, кривой, не дорога, а болото. Плотник, вот и доволок, если ногу ставишь плотно, не соскользнется сапог. Место казни, день весенний, сброшен крест и хлюпнул в слизь, и предвестием вознесения потянуло плечи ввысь. Поздние папины стихи я сначала не понимал. И когда он читал мне новые стихи, то я разочарованно спрашивал, опять философски. А папа как-то огорчался, что я эти стихи не понимаю. А мне хотелось бы, чтобы он продолжал писать такие простые радостные стихи, вроде того, про кошку и про деревню. Вот. А эти стихи я понял сравнительно недавно. Так Россия безмерна, что любо смотреть, океаны гремят у порога. Разве облаком небо чуть-чуть протереть, чтобы люди увидели Бога? Нет, не надо. Иной у народа удел. Для того и нужны потрясения, чтобы каждый сумел, чтобы сам захотел дорасти до святого прозрения. Евгений Евтушенко сказал об Александре Тихомирове так: «Прилежное сердце». Он был поистине профессионалом, ибо истинный профессионализм прежде всего в прилежном сердце, а не в ремесленной ловкости. Есть боль, есть нежность, есть тонкое чувство слова. Вообще удивительно, но Сашка никак, ни о ком, никогда не говорил плохо. Вот это удивительно. Я не знаю, человек, который ни о ком никогда не говорил плохо. И вот я вспоминаю один эпизод очень... яркий, что ли. Мы были на дне рождения у поэта Лёши Королёва на Старом Арбате. И там было много поэтов. Ну, читали стихи, один из них прочитал свою поэму. Поэма действительно слабая была, но, в общем, ребята на него накинулись. И с такой яростью стали ругать эту поэму, что бедный Володя его звали, он просто совершенно растерялся. Саша слушал, потом говорит: «Старик, это же замечательно. Вот посмотри, какая у тебя строка. Это же гениально!» Тот, значит, тоже опешил. И обрадовался очень, что его вот Саша, а с ним очень считались, похвалил. «Не желаю бессмертия земного, хоть оно мне и по плечу, но я жажду бессмертия иного. Надо думать, что получу. Догадался по многим приметам, что идем мы на праздник большой, станем добрым и мыслящим светом, что у каждого есть за душой». Я сначала не понимал, что такое это бессмертие земное. То есть я раньше думал, что папе действительно по плечу бессмертие земное, то есть он может жить вечно. И только недавно я вдруг осознал, что бессмертие земное – это как раз наоборот, и есть земная слава. А бессмертие иное – это бессмертие души. Было мне лет 9, и папа пришел вечером домой, как-то я на него обижался, чего-то не хотел с ним разговаривать. А он вдруг очень как-то ласково мне говорит: «Да что ты, Митенька, давай я тебе прочту стихи». И прочел эти стихи. Стихи меня потрясли, я пошел в свою комнату, лег в постели и плакал, пока не заснул. «Во сыром бору отчизни расцветал цветок, непостижный подвиг жизни совершал как мог. Побледнел, упал на хвою, и чудно ему, что хотел-то он на волю, а попал в тюрьму. Ты не вянь, не вянь, цветочек, если что не так, твой голубенький платочек прогоняет мрак». Если у меня есть какое-то сомнение в душе, я смотрю на этот портрет, и по выражению лица портрета я понимаю свое собственное отношение к тому, что происходит. Этот портрет, он меняет выражение лица в зависимости от моего состояния. То есть этот портрет – это отражение моего душевного состояния. И поступаю так, как подсказывает мне этот портрет.